Дело в том, что вот эти стратегии, которые, вот, соответственно, приняли, и мы, по которой, так сказать, арктическая зона будет жить не один год, да, там до 35-36, может быть, ее продлят до 40 года, включен большой перечень инвестиционных проектов. Крупных, значимых для страны, для региона, естественно. Но там не прописан экологический блок. Мы не знаем, какой урон экосистемам нанесут эти проекты, как это будет реабилитировано, рекультивировано и так далее территории. Поскольку арктические экосистемы очень хрупкие, очень нежные, восстанавливаются очень длительный период, большой период. Поэтому, конечно, чрезвычайно важно, чтобы в каждом инвестиционном проекте была прописана экологическая часть с нанесенным ущербом, с восстановлением, что планируется сделать на той или иной территории потом, до, во время и после. Ответственности за исполнение тех пунктов, которые там прописаны. Потому что с приходом каждый раз новой команды мы получаем совершенно новых игроков, новые эмоции, новое восхищение Арктикой, но никоим образом мы не подводим итоги той деятельности, которая была произведена в предыдущий период. И ответственны, так сказать, за неисполнение или некачественное исполнение, так и не назначаются. Вопрос постоянно поднимается с приходом любого нового лица в администрирование. У нас всегда существовал смешанный тип. Люди в Арктике и люди на Северном Кавказе выполняют огромную, например, социальную функцию в горах, я имею в виду, где, так сказать, плотность небольшая. Они присматривают за территорией. Это чрезвычайно важная функция, которую не заменит ни один, так сказать, искусственный интеллект, поскольку еще и со связью проблемы. Арктика будущего замечательная, светлая, экологичная, радующая нас. Вот, все прописано в стратегии, которую мы еще потом переделаем и напишем до 50-го года.